И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никитас Крафт. И сейчас я решил снять видео по Майнкрафту ПЕ. Что же, как я говорил, я болею, в общем, ничего не изменилось. Ладно. В общем, сейчас я буду играть. В каком мире мы сыграть? Вот даже не знаю, в каком мире мы сыграть. На ваше усмотрение. Это везде творчески. Могу зайти. Ну давайте. И тут, и тут. Да, кстати, я там. Ой! Ребята, все нормально. Не переживайте. Все нормально. Я просто лоханулся. Так. В общем, тут. Ой. Нет, я ухожу отсюда. Что меня там скачивает-то? Место занимает у меня в инвентаре. Я здесь буду играть. Это мне, слава богу, блин, ничего не испортился. Это то радует. Что мне сделать для такого тут? Вроде ничего не особо не надо делать. Но я не знаю. Давайте! Я сделаю второй этаж. А хотя зачем мне второй этаж? Мне же гис строит. Ой-ой-ой! Ой, извиняюсь. Сорян. Я еще хочу сделать вторую комнату, но сделал вне кадра. В общем, давайте. Вернусь скоро. Ладно. Так это все выглядит. Что такое у нас дома дерево? Как уже видите, я проапгрейдил его, в принципе. Тут дальше апгрейдить ничего не надо. Ну, то есть вот. Так, типа, домик тос. Вон, давайте, ребят. Да ё-моё, ещё я не залезаю-то.
Сейчас. Подождите, еще судат. Судат. А, сюда нельзя, вот сюда, сюда. Судат. Смотрите, ребята, как это прикольно смотрится. Почему-то я проапгрейдил его, я не знаю, что тут дальше еще комментировать. Вообще тут все круто. Все круто и непредсказуемо, ребята. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Я бы дверь хотел поставить тут. То есть именно на стеклом. Хотя бы даже нет. Вот здесь стекло. Тогда. И тут. Здесь мы возвращаем, как было. Тут тогда мы ставим бревно. В общем, ребят, как-то так смотрится. Что это было? В щеке. Да как тут пролезть? Такой дом у нас получился. Панчки вот наш проект на этом деле. Но это мы еще побудем в другом мире. Я решил сделать кое-что крутое. Я думаю, вам понравится. Но я сделаю серию не особо такую большую, потому что, ну, монтирую долго. Где же у нас вечер в Навиде? Вот. Зима, друзья. Зачем мне? Что это ТНТ? Сделаю ловушку нахрен для шахтеров. Шахтеров. Для дровосеков. Вот. Мне понравится дуб. Еще рычаг. Еще.
Мне показалось, кто-то ему стопал по ножам на плите. А это курица. Там муха летала. Кстати, давно мы не общались с мухами. Ладно. Ну еще было какой-нибудь. Плевать какой. Теперь. Бля, росток. Росток. Скажи, чё? Никитос, зачем тебе росток? Сейчас вы узнаете. Где он был там? Я же дыба. Костная мука. Испугнул. Тихо. В общем, ладно. Так, что я хотел? А, да, точно. Костюмку. Ну вот. Итог. Дерево. По одним, смотри, что я делаю. Я копаю яму. Достаточно большую. Вот, ну это достаточно. Хотя нет. Нет, ребят, недостаточно. Сейчас. Не говори, что я воровал этого пила. Нет, я не воровал пила. Ё-моё, блин. На смотрю ставим. И много-много динамитов. Вот я нарушил одно правило. Нельзя ставить блок возле рычага. Динамит. Давайте, ладно, потом с другим деревом сделаем это. Ну, быстрым под этим. Сейчас сделаю рямку, вернусь к вам. Сделал ямку, но достаточно небольшую, ну. Ладно. Так, делаем тут. Вот этого. Мы должны подпитать блок. Ну, именно блок. Желательно подпитать блок. Я бы еще включил. Да не намерен. Б.
динамиты ставим. Ведь это ловушка для актеров, точнее, дровосеков. Высота не должна достигать доброе дело, иначе вы спалитесь. Ловушка. Капец, я тут динамитов понаставил. Да. Ну, а теперь мы закопаем это все дело. Так. Я думаю, этого будет достаточно. Я чуть не обосрался. Ну, если все, друзья. Да. Вот так у нас ловушка получилась. Давайте смотреть, что же из этого получилось. Шахтер подходит. Ломает блок. И смотрите. Мой спавн! Он жив! Этот. Даже динамит сюда попал. И вода сюда натекла. Ладно. В общем, если вам понравилось это видео, поддержите его лайком, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы тебе на колокольчик и так подписались. Напишите добрый комментарий. А с вами был я, Никитоскрафт. Всем до скачки и всем пока!